Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это свежий ФФА-сериал. В нем я играю за Конго против иностранцев, так что имейте в виду, в видео будет много английской речи, хотя я буду стараться переводить по ходу. Спонсоры канала видят все серии сразу в день выхода первой серии. Подписчики же будут получать их по одной в день. Кстати, спасибо спонсорам за поддержку. Именно благодаря им и хочется делать больше видео. Игра аж на десятерых, карта 7 морей, частота природных катастроф самая высокая, четверочка. Вот, в общем-то, и все вводные данные. Традиционно прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров и оскорблений участников. Приятного вам просмотра. Ну что, старт вроде даже неплохой. На озере. Единственное, что может мне уйти с этих холмов... На скот поставить. Хотя, наверное, зависит от того, что тут сверху у нас. Давайте глянем. Так, вот это место под кампус, может быть. Тут, конечно, море вот не очень... Ладно, хорошо, может пойти вот сюда и на море поставить. Типа, чтобы... Треугольничек из гавани и коммерческого района. Тут, конечно, можно и на самом деле здесь треугольничек делать. То есть гавань ставится и на озеро, если вы не в курсе. Но это ж не прикольно, а так хоть выход на море будет. Ну, знаете, я бы, наверное, здесь поставил, на этот вот лес. Мне больше нравится, то есть... Сюда у нас будет коммерческий район ставится. Вот видите, лагает это, потому что тоже люди метки ставят. Здесь у нас, значит, будет так предварительно гавань, получается, стоять. И там около горы предварительно кампус, потому что тут еще будет от этих вот лесов даваться плюсы. То есть плюс один, и здесь... Ну, то есть, кампус, по-моему, на плюс 2 получается. Ну, тут как бы нету гор, у меня проблемы здесь с горами будут. С наукой в данном случае. Блин. Так народ усиленно метки там расставляет в начале партии. Прям вообще так лагает. Все это дело. Ну... Ну да, давайте так сделаем. То есть тут у нас есть в начале хлопок. Единственное, я не ускорю орошение никак. Тут даже нету ничего рядом. Все, ставлю тут город. Пока в очередь два разведчика-строитель. Сразу есть неплохой задел для роста. Ну, пойдем в эту сторону, наверное, смотреть. Тут вот... Вот тут, видите, раз, два, три. Вот сюда город, наверное, тоже вставляется, да? На реку. Тоже неплохо. Опять метки ставит. Ставит народ вовсю. Если, конечно, выглядит я где-то в центре, на каком-то перешейке. Пока. Пока это выглядит так. Ну, блин, дайте походить, ё-моё. Не туда походил, куда хотел, из-за лагов. А, еще и метка не туда поставилась, зашибись. Мне так нравится вот это. Блин, кто бы мне сказал, почему, когда другие люди ставят метки, у меня такие лаги? Ну и собственно, когда я ставлю метки, у меня тоже лаги. Когда удаляю, когда ставлю, то же самое. То есть такое ощущение, что это как-то связано с соединением. Но дело в том, что это... У меня на разных компьютерах с разным соединением такого. То есть это какие-то настройки игры, что ли. Я не понимаю вот этого. Так, давайте еще раз поставим метку. Может, на этот раз она вставится туда, куда надо. Да, вставилась. Давайте сверху посмотрим. Тут реки какие-то есть. Явно хорошие места для городов. Не, вообще хорошее место, мне нравится для старта, но другое дело, что мы на новом мире играем, и как-то вот больше не выглядит, что у меня тут какие-то холмы прям дофига. Тут, видите, новый мир, а у меня ровное место у столицы.
Не так уж и прикольно. Тут вообще вон... как оно называется? Пойма. Так, что у нас стало обрабатываться? Все верно, все верно. Так, давайте глянем сначала вот здесь. О, руинка. Тут, видите, реки. То есть тут, в принципе, хорошо города поставить. И тут река. То есть, в принципе, вокруг столицы места есть. Ну, я заберу руинку. Вверх пойду, схожу. Этим скаутом я сюда побегу. Давайте в руинке мне либо рабочего, а еще круче будет реликвию. Для конга вообще будет зашибись. Why, hello, Mr. Innerkill. How are you on this? Hello there. Блин, опять слаги начали. Yeah, сейчас у меня этот дуболон какой-нибудь сходит. Hello. Всего лишь how ускорение. Ускорение обработки бронзы, кстати, неплохо. Не всегда получается. No, from like your city. We're like, are you close? Ну, они там обсуждают, где они встретились. Типа, я увидел твой город. Ты скаут или нет? Город увидел. Okay. Это встретились... А я не помню, за какие нации играют, честно говоря. Well, that's gonna be fine. Do you want FS? Yes, let's do that. Yeah, sounds good. Yeah, this ну, вообще, ничего так. Ничего так. Единственное, что... Shit. Науки не так много, но опять же, науку мы можем получать с вот эти тропические леса дают науку. Так что для конга это еще и плюс, там мы можем банзы свои строить. Ну, в принципе, тут на холме это нормальный город можно будет поставить, да? Так, у меня, наверное, этот скаут сюда вверх побежит, поэтому давайте сюда схожу еще. Так, как-то лошади не особо рядом у меня. Подождите, что мне тут надо? Мне... Так, лошадей я открыл. Next to the volcano. Блин, а что ж мне тут рабочим-то обрабатывать? Может... That's fine. Рубить леса. Я не хочу здесь рубить леса. Может мне тогда открыть мореходство внезапно? И рыбы обработать. You are Australia. Come and walk in the desert. I am... Это чувак из Швеции, поэтому он так... Desert, поэтому у него такой акцент интересный. You don't need the pastures, they're just better with the pastures. Have you researched the pastures? Он причем специально так делает, вот это... I'm using my Australian dialect. Говорит, использую мой австралийский диалект. I have not. Haven't you seen... Так, рабочего делаем. Три жителя. Well, where are you from, guys? Are you from Australia? US. I'm from the US. You got Barb camp about to give you shit in your capital, by the way. I see. No, in the movie, they're saying, where are you from? We're from Australia, but your accent doesn't sound like Australia. Yes, we are from North Australia. Здесь он даже пытается сейчас разные акценты изображать из Австралии. Stations are really good, actually, for turning shitty land. Блин, ну реально, ну вот это новый мир? Где холмы здесь? Вот где здесь холмы вообще? Я даже не хочу сюда селиться на самом деле. Ну то есть вот тут можно еще поставить, потому что тут вот что-то есть. Какие-то холмы плюс тут ресурсы, но вот это прямо какая-то грусть несусветная. Так, давайте пока международную торговлю начнем. The remap vote changes, I think, at like turn 11 or something. So we're basically at 10 after this one. So you might want to post soon if you're going to go for it. Там чувак
по-моему, хочет рехост сделать. Типа, у него вообще, типа, хреновое место. Так, я же пантеон могу за Конго взять, а только религию не смогу. Блин, что-то я не помню. А можно за Конго пантеон основывать? А, не можно взять священные места и великих пророков. Так, значит, пантеон можно. Пантеон можно. О, вот здесь еще на берегу. То есть, в принципе, я могу по берегам расселиться при большом желании. Вот тут хорошие места мне нравятся. Давайте, наверное, начнем поселяться после строителя. What coast? Just the two, the wheat, and then the... I can do another one. Of course. Of course, I haven't said anything. Take it. Yeah, just give me the coasts, and I'm good. Ну, мне в любом случае скот надо обработать, чтобы... Give it to me, baby. Ага. Верховную езду обработать. Чувак, кстати, из Мальмё. Может, он... по этим, по местам, как-то сказать, сериал «Мост», знаете такой? Там как раз происходит событие в Мальмё и Копенгагене, и мост между ними. Так он может по местам этого сериала, может, поводить. Так, рыбка обработалась, 9 ходов, но эту клетку придется купить, видимо. А, я не могу, еще мореходство не открылось. Тогда пойдем как раз обрабатывать эту фигню. Ну, перепрыгну через реку. Будем смотреть, что там. Черепашка. Ну, я тут исследую, дойду уже обратно. Да, как-то городов-государств не видно особо. Рост... Так, пантеончик идет. Alright, next turn I'm gonna scout and then I'm gonna pause. You guys real quick, I just wanna show you what I'm talking about. I can scout to your left if you wanna, and then send the print screen to you. Так. Oh, you know what? It might not be as bad as I thought. Here we go. Ну вообще, я бы, конечно, селился сюда. Видите, тут и горы есть, и холмы есть. Тут плоский Вася какой-то просто. О, я кого-то встретил. Ну, он тут далеко. Если он будет тут селиться, то есть это место для Голландии, пожалуйста. Ну, это как раз чувак из Швеции. I didn't see this river, and it's the desert actually ends. Надо покупать эту клетку. Так, потом рыбу пойдем. Так, Голландию встретили. Письменность, верховая езда, мореходство. Так. Надо вот тут исследовать. Тут я, наверное, явно все руинки собрал. Ну, вот тут еще кто-то может быть, конечно. Но опять же, я бы с большим удовольствием вот эту территорию заселял. То есть вот это очень солидно выглядит здесь все. О, еще Америку встретил. А, не, Австралию как раз. Вот они где. О. Ну, будем фасткликать. Hello, Australia. Будет фастклик, но он, блин, хост. Он хост. Скорее всего, он перекликает меня. К сожалению. Так. Ну, мне бы, конечно, еще и эту рыбу обработать. То есть, чтобы ускорение получить для навигации по звездам. Так. О,
Вот где у нас кампус будет хороший. Но это для города где-то на этой реке. Я бы сюда шел уже селиться, на самом деле. Вот этого посел я бы сюда вел. То есть тут хороший город. Вот сюда куда-то. Так, 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 так. Так, так, так. Fast click. Yeah. Так, и апгрейдим скаут. Отлично. Тут мы успели. Так, ну я бы тогда отсюда далеко скаута не уводил для защиты. Видите, тут виной. I'm sorry. No, it's fine. Так, здесь, значит, на рыбку. Жалко, я тут еще не исследовал. Ну, тут, мне кажется, вот здесь где-то город еще нормально может встать. То есть, вполне тут, судя по ресурсам. Хотя, опять же, плосковато. Плосковато. В первую очередь, мне сюда надо заселять. Тут горы какие-то есть, еще вот эту территорию надо исследовать. Тут больше видно производство и прочего. Ну, я бы город сюда ставил. То есть здесь у нас кампус. На месте камней, наверное, коммерческий центр. Я не знаю, надо еще подумать. Так, давайте международную торговлю отложим. Мастерство. Гончарное дело открыто. Ну, блин, надо орошение открывать. Я, к сожалению, никак... Давайте горное дело сначала, потом орошение. Я, к сожалению, его никак не могу ускорить. Да, вообще нет. Ну, вот рис. И все. О, да тут у нас руинок насыпало. Так, давайте я еще гляну вот так. О, еще и лошади, нормально. Хороший минус. Я веду поселенцы сюда. Пойду скаутом на защиту. Блин, мне вот эту вот клетку купить, но дорого будет, наверное, 25. Давайте я сейчас куплю. Вообще, следующим ходом уменьшится, наверное, количество жителей, может, дешевле. По-моему, тут не уменьшается. Блин, я забыл, как тут считаются стоимость клеток. Ну, с каждой купленной клеткой, естественно, следующая будет дороже и дороже. Но там, по-моему, еще и от количества жителей зависит. По-моему, наоборот, если больше жителей, то и дешевле стоит, нет? Это в пятерке так было. Так, в пятерке было. Так, пойдемте-ка на защиту посела на всякий пожарный. Ну, слушайте, у меня тут как бы проблем с нападением нету. Мои соперники, во всяком случае, Америка и Голландия где-то тут далеко. Может, мне сразу и второго поселенца строить? О, губернаторский титул. Сразу сажаем Магнуса. Так. Или подождать. Слушайте, я так второй не могу континент до сих пор найти, да? Давайте, наверное, все-таки какой-то... Каких-то... Или амбар построить, чтобы город побыстрее рос. Или юнитов, блин. Нужны ли мне тут юниты? Я считаю, что нет. Еще тут вверх сбегаю. Гляну. Я не успел дуболомом походить, но тут, в принципе, уже все исследовано. Дуболомом именно. Не то чтобы... О!
Great Australian Wonder. Yeah, I had to rush the crap out of that to make sure I don't have a terrible capital. Говорит, что специально рашил эту чуть, потому что у него ужасное место под столицу, типа, хоть что-то, чтобы помогло. Ну, так себе тут, так. Это мне не нравится его, конечно, тут скаут, но он, по идее, не может мне помешать. Так, покупаем клетки. Жалко денег, но тут иначе никак. То есть у меня другие клетки пока нечего обрабатывать в данном случае. Я не хочу вырубать лес, как вы понимаете. Ну, вообще как бы под с Конго это все. Зато навигацию по звездам ускорили. Нормально. 4-3. Слушайте, а если так сделать? 3-4. Давайте пускай лучше быстрее вырастет. Так, он, по идее, моего поселенца не видит, но мне надо в начале следующего хода все-таки вверх походить. Гвинейский залив. Это внутреннее море, ведь отсюда не выплыть никуда. Ну, карта 7 морей. Это значит, что тут особо и не будет таких больших морей. Блин, какого хрена он меня атакует? А не голландца, например. Валим, в общем, отсюда. Так, этим скаутом я вот тут посмотрю, потом пойду в эту сторону смотреть. Тут явно кто-то должен быть еще. Так, горное дело... Разведчик атакован варварами. Anything cool up here, Alex? I don't think so. Он говорит, что у меня классная столица. Are you on the end of it, or does it keep going up northwest? I don't know. Спрашивает, куда я буду расселяться. Не будем раскрывать его секрет. Ну, понятно, что сюда вниз мне... Вот эта территория намного хуже, чем вот эта. То есть, возможно, сюда один город куда-то надо поставить. Как бы, как защиту столицы, прям, чтобы прям не приходили на столицу. Кстати, я что-то даже не посмотрел лояльности. Ну, выглядит, что они отсюда далековато все. А, вот лояльность. Ну, это, наверное, австралийская лояльность. То есть, он будет сюда... То есть тут будет австралиец у меня рядом где-то. Ну так, относительно рядом. О, лагерь варваров. Ну, я бы, наверное, тут встал тогда против варваров где-то. Вот так. Тут скаут варварский откуда? Ну, тут где-то с их территории. Я так понимаю, что вот это австралийский город вот здесь лояльность дает. Ну, даже границ его не видно, да? Не видно же границ. То есть где-то тут он находится. И похоже, голландец где-то тут. То есть вот так. Мне интересно, кто сверху, но сверху, видите, никакой лояльности даже и не видно вроде как. Пока. О, голландец большой бассейн построил. Интересно, интересно. Так, ну я сюда, я все убеждаюсь все больше, что тут хорошее место для города. Тут у нас, значит, кампус, понятное дело. Где мне еще коммерческий центр ставить? Я думаю, просто ладно, пока. By the way, Interkillen's Sleeping Sand, will you make any religion?
I'm not planning on. Well, I know what you mean because you can use it. Well, I didn't plan it right now, but maybe. Ну, вы же понимаете, я не могу религию основать, но... Yes. I want any religion in this game. He's Congo. Of course he does. All religions are welcome in Congo's cities. О, кого я встретил? Грек, он что, приплыл? Also the religion of peace. I am a peaceful Australian. No, no, no. The religion of... The religion was of peace. Yeah. Kuingi. Peace. Yes. I think your Australian accent is quite good. I like Australian, yes. I've never been in Australia one time. Так, ставим город. Мпинда! Мпинда-мпинда, на-на-на-на-на. Мпинда-мпинда, е-е. Так, вот теперь, наверное... Вот я думаю, стоит мне юнитов поднастроить или... Блин, Спарта. Спарта рядом. Хотя неизвестно, где она рядом, конечно, но... Не очень приятно. Блин, юниты строить или... Уже поселенца еще одного. Ну тут хорошее место. Ладно, давайте поселенца. Амбар построен, город растет. Жилье есть. Так, можно скаутом... Да, и вот тут надо сверху посмотреть. Что-то мне там не нравится. Наличие. I finally met someone. Памятник богам. А что памятник богам делает, что-то я не помню. Так, этим я хотел сюда идти. А, блин, где этот скаут отсюда побежал? Может, монумент стоило вначале? Ни одного города-государства не найдено до сих пор. О, скаут сюда не пошел. Это интересно, это интересно. Так, тут можно удалять. И этот скаут куда тут побежал. Ну, по идее, они обычно бегают к каким-то городам. Может, там где-то ГГшка будет? О, блин, и не первый нашел. Неизвестный игрок, правда. То есть вот там кто-то есть, но Болонья, видите, научный. Так, я могу сменять. Давайте даже на... Getting around there. Are you going? Unity. I just got above Zanzibar, which is what I'm. Нет, пока так right. Оставлю. Yeah, below Zanzibar. Пока оставлю так. Против варваров тут один пока лагерь, и никто на меня нападать тут не собирается из варваров. I'm trying to see. I thought there would be another player over here, and I haven't found one yet. So if there's not, then I'm just gonna go that. Надо вот эту территорию как-то из. Ой, ничего не поставил. Блин, неужели ни одного с этого не найду? Континента. Yeah, why not? Я хочу открыть вот это вот, используя, ну, континент. Let's speak a bit about your famous bridge from Malmö to Copenhagen. Is are there all these brutal murders that I see in a TV series? You mean a bridge? Yeah, yeah. Hmm. No, it's fiction. Oh. Or maybe you are a maniac and just tell us about this fiction.
that we are not to suspect you. But, exactly, but we have imported lots of Afghans and, well, I'm not saying, but Middle East people. So it's the exploitation of the real society is going to be a little more like the Brown, the TV series nowadays. Mm-hmm. I can tell you that they're every day they're it's small country, 10 million Sweden, and every mm-hmm. day they're setting at least 5 to 10 cars. Продолжили наконец-то игру. Так, что мне взять? Священные места мне точно не нужны. Довольство... А, опять священное место. На болотах, оазисах и поймах рек. Есть болото одно, оазисов нету, поймы рек здесь. То есть, если я поставлю здесь город, то тут будет производство. Ну, в принципе. Лагерей нету. Культуру всю забрали от пастбищ и от... Давайте, наверное, госпожу Тростника и Топи возьму. Здесь вот тогда город нормальный встанет хотя бы. Остальное как-то все. Блин, не очень удачно тут. Так, что кем я еще не походил вот этим? Блин, мне одно очко. FS friendship. Are you asking me? Yes, your name is Alex. Well, I don't know where are you. I'm Interkill. I know who are you. I mean, I am everywhere. I'm sending out my price. Okay. Well, not now. Maybe. Let wait a little. Later, okay, fine. I think that you're in the bushes, as Congo always is. No, bushy. I'm on the plane. I don't believe you. Very bad start for me. Very bad. Okay. Who said they had a very bad start? Congo. The Congolese. Блин, сюда тогда перепрыгни. Блин, тут... А, ну тут вообще можно будет пройти. Так. Ну... Короче, похоже, мы в нормальный век выйдем, потому что меня так кто-нибудь найдет. Ага, вот где Спарта, ё-моё. Вот Спарта очень близко, к сожалению. Надо будет смотреть на ее армию. И надо бы поднастроить, наверное, дуболомов. Так, хер я найду континент, пошли в раннюю империю. Can we sell sleeping sand? What's up? Is that do you want to go more one more city? Мне надо тут этот город ставить. Of... В любом случае. Because I mean, then it's, like it's quite above. That's probably too close, right? Так, давайте в очередь поставим мои эти дуболомов поставим, которые будут апаться. Brisbane is far enough. I'll go east. I can go left at this point. Then Brisbane down to the. И после орошения обработку бронзы давайте откроем. Так, Нгаумбемба апается от воинов, и самое классное, что они не требуют железа. Вот в чем дело. То есть весь равно железо надо обработать, чтобы ускорить открытие этого института, но в принципе. I got a little bit occupato here. А, ну я же со Спартой дружить могу с другой стороны. Надо ли мне воевать? Ага, вон там у нас исследуют меня. А он уже в ранней империи.
Is that То есть у него like уже очень... Ну, хотя 7? Это, скорее всего, он ГГшку нашел. Либо ГГшку, либо у него ресурсы на культуру. Это не так уж прям много. А может и ГГшку, и ресурсы на культуру. Wanna be friends in Indonesia? That's where I'm going. You see it? Блин, опять висим. Well, it sounds fine. Looks fine. Great. I mean, you do realize that. Ну это не столица явно, да, это. All tundra, right? I don't know. I haven't. It's been. All tundra. So okay. I don't think you're gonna want something on the coast. Like. Блин, мне надо вернуться этим скаутом, потому что мне нечего защищать поселенца неким. Раз, появится поселенец, два. Два, нет, только тогда он появится. Так. Я буду... I will go. You can move now. О, тут вообще какие горы. Хо. Блин, мне надо вот тут исследовать, значит. Ну, грек пришел отсюда. То есть он как-то, возможно, будет так заселяться, и вопрос у нас только... No, I meant like you're supposed to kill that camp, man. Well, I don't want to. I hope they will kill you. Well, they're not gonna kill me. Why not? Because I'm a magical scout. Nobody touch. Oh, you're magical unicorn scout. Oh. Yeah, don't touchy. But I see dog near you. Where unicorn? Are you lying to us? Not lying. It's magical. Короче, он говорит, что он волшебный скаут, которого нельзя убить. Я не хочу, как вы понимаете, убивать лагерь, потому что я надеюсь выйти в темный век, а потом уже убивать лагерь, чтобы получить... Так, а куда вот делся скаут грека, мне интересно. Он куда-то сюда пошел, вот это хорошо. Это хорошо, он пока тут... And now it's time to attack. Это что, тут леса нету, да? То есть следующим ходом я поселенца защитю, если что. Так, пока стою здесь тогда. Этим скаутам надо сюда идти. А, нехватка счастья. Indonesia, how far north are you planning to? Do you planning to go past Brazil's? Так, ну он, по идее, не видит моего поселенца и не должен... Если у него даже на одну прокачку, он только сюда может встать. Значит, идем. Hungary. Ну, и я буду ставить вот здесь прямо. Very hungry? Very, very hungry. Так, что-то он громко говорит, сейчас я его потише сделаю. Блин. Это подстава. Я думал, лес тут есть. Отлично, я посмотрел. Решил, что леса нет, но он есть. Guys, так, I have a really weird bug. My scout just completely disappeared. Like he vanished into thin air. Oh, so you have magic scout, not Australia. You got a storm. That was perfect, by the way. A volcano by it because it won't tell you if it kill if a natural disaster kills a unit. Won't tell you. Вот этот Рэй Джемани, например, за Индонезию играет, он сказал, что у него полностью исчез скаут внезапно, а другой чувак ему объясняет, что это скорее было извержение вулкана, и ему убило скаут. И об этом не сообщает, что типа...
А, нет, он за Венгрию играет, за Венгрию. Блин, Горго уже армию начин... А, стоп. А почему я не поменял? Не успел, так. Блин, следующим ходом поменяю. Мне надо заплатить деньги и поменять на строительство юнитов, потому что я вижу, что Спарта уже начинает юниты строить. Мне это реально не очень нравится. Горго, кстати, никого кроме меня не встретил. То есть у него единственное, на кого нападать, это на меня. Это вполне может быть. Так, счастье вернули. Эй, бари. Hello. Suck. Really needed that. Golden Age. Yeah, there is nobody around on the left side of me. So. Да, давайте that's заплатим. Where I'm going after I've gone to this city. Пропустил я каким-то образом. Так, и здесь просто на производство. Открытие пропустил международной торговли. Поэтому платить приходится. Ну, а у Спарты сейчас его уникальные юниты, в общем-то, уже, я думаю, он у них вышел. Кстати, а что с железом? А you, вот оно. Looking for a friend? Блин, на том месте, где я хотел. Ну, надо обрабатывать железо, конечно. Ускорять открытие моих юнитов, чтобы грек не хотел на меня нападать вообще никак. И он сейчас, наверное, будет мне войну объявлять и атаковать. Успею ли я поставить город? Ну, это некрасиво с его стороны, конечно, но что поделать. Так, пошли железо обрабатывать этим парнем. Да, он строит армию. Он будет со мной воевать стопудово. То есть тут надо будет сразу... А, я не вышел в стены. Я не вышел в стены. Ну... Иду в своих юнитов, строю их, да, тут ничего не поделать. Грек хочет нападать и воевать. То есть давайте мы даже ему, может быть, дружбу. Не знаю, я не считаю, что это хорошая идея со мной воевать. Тем более, что у него явно место есть. Ну что поделать. Так. Wait a minute. If there's charming appeal, I thought it would... Но он хочет захватить... Тут, точнее как, он хочет захватить моего поселенца, чтобы тут самому поставить город, и это очень в тему будет. Все. Теперь он ничего не захватит и ничего не поставит. Тут надо сразу монумент строить. 20 сила. Я ему предлагаю дружбу. Монументальность возьмем. Еще в темном веке, что хорошо, есть карточка на плюс 5 к боевой мощи. Блин, я походу тут не записывал кучу всего. Hey, Russia, where you at? Я думаю, блин, если я не записывал... Короче, грек явно хочет на меня нападать. Я предложил ему мир, он не согласился. Не мир, а дружбу, он не согласился.
Блин, сколько ж я пропустил тут записи. Ладно, еще постою. What? Давайте этим сюда подойдем. Тяжелое поражение. Ладно, постоим. Здесь камень обрабатывать. Здесь подходим к городу. Давайте трудовую повинность откроем. How big a pop do you need to be for two districts? Is it five? Or is it four? Four. Four. You get one. Ну, это чтобы следить за греком. Проблема в том, что у меня маловато железа. На этом пока все. Спонсоры канала. Продолжение могут увидеть уже прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных она появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!